какие люди странные бывают, сегодня ценят, завтра убивают. Сегодня смотрят на тебя с любовью, а завтра зажимают сильной болью. Сегодня любят, завтра ненавидят, и словом колким норовят обидеть. Сегодня с нежной страстью обнимают, а завтра со всей злостью проклинают. Глаза желают счастья очень много, а за спиною говорят убого. Тебя как есть сначала принимают, потом за это же тебя и осуждают. То искренними чувствами пылают, и так же искренне потом тебя не знают.